И о COVID-19. Статистика в стране продолжает расти. Предпринимаются действенные меры по сдержанию угрозы. В частности, по решению специальной республиканской комиссии в связи с увеличением количества зараженных и проникновением в республику новых штаммов коронавируса, в стране будут усилены карантинные ограничения. По данному решению свое обращение направило Министерство внутренних дел. Хурматли фуқаролар, юртымызда коронавирус инфекциясы айланыши давом етмақты. Уважаемые граждане, в нашей стране продолжается цикл заражения коронавирусом. Мы поддались беспечности и перестали думать о том, как важно поддерживать свое здоровье. Игнорирование правил карантина растет. В результате количество пациентов среди наших соотечественников растет день ото дня. В настоящее время число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 86 тысяч человек, из которых 636 умерли. Количество пациентов за последние сутки превысило 300 человек. Увеличение числа заболевших связано в первую очередь с несоблюдением простых мер предосторожности, то есть неиспользование медицинских масок, несоблюдение социальной дистанции. В связи с этим, согласно решению специальной комиссии республики, с 18 апреля текущего года в стране будут усилены правила карантина. В том числе будет усилен контроль за ношением масок в общественных местах, за соблюдением социальной дистанции, соблюдением правил личной гигиены, дезинфекции рук антисептиками, а к нарушителям будут приняты меры строгой ответственности. Общественный транспорт будет перевозить 50% пассажиров и увеличивать количество транспортных средств для этого. На свадьбы и другие церемонии допускается не более 100 человек. Количество мест в предприятиях общественного питания ограничено до 50%. Рекомендуется проводить ифтар в кругу членов семьи. Все государственные органы и организации резко сократят количество встреч и примут меры по организации трудовой деятельности максимально удаленно, не затрагивая основную работу. Конференции и другие мероприятия будут проводиться по возможности в основном онлайн, удаленно. В случае выявления заболевания в дошкольных и школьных учреждениях их деятельность будет приостановлена и установлен карантин на 2 недели, переведены в онлайн-классы. Будет установлен строгий контроль за соблюдением правил карантина в домах пациентов, проходящих лечение на дому. До сегодняшнего дня сотрудники органов внутренних дел в основном ограничивались предупреждениями граждан, нарушающих правила карантина. Отныне к нарушителям будут приняты строгие правовые меры. Шукунгече ички ишлар органлари ходимлари карантин қоидаларини бузган фуқароларга нисбатан асосан огохлантириш билан чекланаётган эдилар. Бундан буён қоидабузарларга қонуний ва қаттий чоралар кўрилади.